Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя. Короче, сегодня у меня видео про трейд в Adopt Me. На этот раз я буду трейдить неонового тигра с нашего нового обновления «Китайский Новый год». Вот у меня уже есть 4 прокачанных тигра, и сейчас я пойду вот в эту вот пещерку, где буду делать из этих тигров неоночку. Очень интересно, как будет выглядеть неоновый тигр. Надеюсь, он будет прикольным, и мне предложат за него что-то прикольное. Вот так вот светится наш тигр. В принципе, прикольненький, такой вот он красненький. Давайте скорее покормим его розелькой. И вот такой вот тигр, ну в принципе красивенький. Надеюсь, мне за него что-то предложат прикольненькое. Конечно, я его уже трейжу достаточно поздно. Скорее всего, он у многих есть, но ладно. Я пошла на донатовский сервер. Ну что, первый трейд мне предлагают диамантового дракончика, но я отклоню, во-первых, потому что это первый трейд, а во-вторых, мне кажется, это невыгодно, потому что этот дракончик не очень ценится. Флайрайт морская звездочка, в принципе, прикольненько, но, пожалуй, я... А, мне даже отклонили, понимаю. Мне предлагают машину и пузырь, понятно. Райт пингвинчик и джинджер, ну, нет, этого маловато. Флайрайт феникс, вот такой вот пэт и гост банни. Зачем ты их убрал? Ну ладно. Золотой тигр, райт китсуни, бабочка. Ну нет, этого тоже маловато, к сожалению. Ага, 4 непрокачанных тигра и один беленький. Ну нетушки, у меня тигр, во-первых, райт, а во-вторых, как бы я их качала. Мне предлагают райт черную пуму и вот такого вот белого тигра. Ну, даже не знаю. Мне, кстати, кинули новый трейд сразу же и предлагают опять-таки непрокачанных тигров. И даже не 4, а всего 2, ну нет. Это точно невыгодно. Ага, вот такой вот красненький дракончик. Ну, нет, я, пожалуй, тоже отклонюсь. Все-таки дракончики, я думаю, все знают то, что уже давным-давно обесценились. О, вот это уже поинтересней. Но все-таки, я думаю, это тоже немного неравноценно. Хотя эти тигры не такие редкие, как золотой. Это вот этот шарик, по-моему, который с тараканами. Блин, ну я даже не знаю, но я, пожалуй, все-таки отклоню. Напишите в комментариях, как вы думаете, нужно ли было соглашаться. Надеюсь, я не зря отклонила. 4 непрокаченных тигра, точнее, один из них прокаченный. Пчелка, таракан, тигр белый. Ну, понятненько. Райт аксолотль, золотой тигр. И белый тигр. Ну и тут еще неоновая кошечка. Нет. Ну что, новый трейд, и мне предлагают райт голема. Вот такого вот снежного. Ну, в принципе, интересненько. И, кстати, еще 2 тигров, но опять-таки не прокачанных. Ну, понятно. Ага, вот такой вот снежный леопард и тудон. Ну, нет, блин, этого мало все-таки. Кстати, мне предлагают райт золотого тигра, но я отклоню, так как мне предлагали уже больше, значит, это невыгодно. Флазелька, прикольно, конечно, но мне больше нравятся райт зельки, и мне она, в общем-то, не особо нужна. Ага, райт вот такой вот питомец с прошлого китайского Нового года, кстати, его убрали, ну, тогда я отклоняю. Флайрайт, вот такой вот зайчик. Понятно. Ну ладно, ребят, вот такое видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Кстати, хотела сказать то, что целых 84% людей смотрят мои видео без подписки. Представляете, ребят? Так что проверяйте свою кнопочку под этим видео. Думаю, вам будет полезен мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.